Кравчук лежит на льду. Обычно его соперники вот так лежат на льду. Но я в защиту Захарчука вот что хочу сказать. Его чуть ли не киллером, убийцей все называют. А вот обратите внимание, после того, как он учудил в матче с Трактором, у него практически нет нарушений правил. У него уже 7 игр без удаления. А в 21 матче, после того, как он был в квалификации, всего 4 штрафные минуты, 2 удаления. Ну, во-первых, молодец. Справляется. Потому что не каждому игроку понравится, во-первых, сидеть даже не на скамейке запасных, а вообще на трибуне смотреть матчи. И плюс еще отдавать деньги за вот эти штрафы. О! Мало кто знает, что хоккеист платит штраф из своего кармана. За атаку в область головы не шире. Большим и дисциплинарным до конца игры штрафом наказан Денис Зернов. Номер 16-й. Да, 5 плюс 20.